Я сделала это видео для того, чтобы пересматривать его тогда, когда негативные мысли заполняют мое тело и душу. Но я решила поделиться им с вами, так как вы тоже мне близки, и на сегодняшний день у вас 189 человек. Я буду очень рада, если это видео станет напоминанием вам о том, в каком чудесном мире мы живем. Я благодарна за то, что я могу ходить по этой свежей весенней траве. Я благодарна за то, что каждый день я могу видеть это прекрасное небо. Я благодарна за то, что я могу заниматься спортом. Я благодарна за то, что сегодня моя мама испекла для меня сырники без сахара. И за то, что моя сестра распечатала для меня книгу, и теперь я могу писать в ней все, что захочу. Я благодарна за то, что я наконец записала видео для моего учителя и отправила ему, и я потратила на это сегодня 3 часа, и теперь я просто счастлива. Я благодарна за то, что у меня есть друзья, и я могу позвонить им в любую минуту. А еще я благодарна за то, что сейчас пойду и наконец-то постираю Мишку, и он будет чистым. Я благодарна за то, что у меня есть такие прекрасные племянники. И за то, что с ними я могу ощутить детство. Я благодарна за то, что я живу в пригороде. И поэтому я близка к природе. И за то, что сегодня наконец-то пошел дождь. За ветер, за капли дождя. Я благодарна за то, что я могу крутить педали своего велосипеда. И за то, что он у меня есть. За то, что я могу ощутить запах полыни. Я благодарна за то, что возле моего дома есть качели, и я в любой момент могу пойти и притвориться ребенком. Я благодарна за то, что дождь закончился 30 минут назад, и сейчас я могу выйти просто на улицу и подышать этим свежим воздухом. Я благодарна за то, что каждый день я могу смотреть на прекрасные закаты. А за что благодарен ты? Поделись со мной в комментариях и поделись моей благодарностью с другими.